Каждый человек, пытающийся двигаться за Христом, рано или поздно понимает, что карабкается на свою личную Голгофу. Стоит задуматься о том, что, взяв эту вершину, мы не почувствуем с вами отдых. Мы увидим с вами крест, на котором будут начертаны слова. Время, которое тебе дал Бог, сделало из тебя то, на что ты его тратил.